Или человек нарушает обещание, когда ему доверяются, что-то говорят ему, посвящают его в какие-то свои тайны. Человек говорит ему, это между нами, и что-то рассказывает ему. Этот человек идет и потом рассказывает там направо, налево, и уже смотрит, уже все знают об этом. Пришел жене, рассказал домой, поделился. Сказала, никому не говори, это между нами. Жена позвонила, сказала, никому не говори, это между нами, своей подруге. И потом уже глядишь, никого не осталось, кто бы не знал об этом. Качество мунафиков, лицемеров, тех, которые в нижних слоях адского огня, которые ненавистны Аллаху Субхану ва Тааля. Почему так принимаем это легковесно, так небрежно относимся к таким вещам? И еще находит оправдание. Ну, он же сказал между нами. Ну, между нами, ну что, он же не сказал, не говори никому. Он просто сказал между нами. Любой человек понимает, что если сказано между нами, это значит, что нельзя говорить никому. Более того, даже если он не сказал между нами, если он, когда говорил тебе, озирался по сторонам и говорил тебе, отсюда ясно, что значит, он не хотел, чтобы кто-то еще слышал. Или он сказал, можно с вами поговорить, и отвел в сторону, и сказал. Это уже указывает, что нельзя никому говорить. А ты потом пришел и по секрету рассказал кому-то, другу, жене, еще кому-то. Нельзя. В качестве лицемеров, хьяна,